Покажи мне ноту до. Вот так. Где нота фа? Не, покажи мне вот, если тут четвертым, тут четвертым. Я хочу, чтобы ты как с ударом. Где нота ля? Это соль. Ошибка. Посмотри, Тёма. Там где-то начале. Начале там, где эти две палочки, видишь? Ну, эти черные клавиши. Тут до, она начинается в до, а заканчивается в ее посередине. Когда ты вводишь тут колонну, ты начинаешь с ноты фа, заканчиваешь ноты си. А тут посередине ля, то есть соль и ля. Но я люблю говорить ля и соль, но надо говорить соль и ля. Типа бы вот так. И надо играть с пальцами, как с улам. Например, я сказал тебе ноту фа, играй с левым пальцем, как с улами. Ты можешь капельку, я тебе даю капельку время подумать. Ты можешь даже сыграть так. Ну, запомни, если ты сделал ошибку, это тебе минусочку. Типа бы. Давай. Где нота фа? Я сказал первым, как по сулям. Нет, не так. Ладно. Ну, вот си. Я тебя ждать не дам. Фа. Тёма, я тебе не даю время, я тебя быстрее делаю. Тамир, не считай, ты уже должен знать наизусть все ноты. Вот фа. Каждый раз, когда он прыгает, я ему буду делать. Сейчас мы будем делать вместе Тёмику экзамен по нотам. Например, я говорю, Тёма, нота ду. И он должен ответить на правильную ноту. Если он не отвечает на правильную ноту... Ты играл угадай ноту, да? Да, если он не угадает, я ему даю подзатыльник. Не надо. Ладно. Эй, мне дай... Нота фа. Нота до. Нота ми. Нота ре. Нота фа. Нота соль. Нота до ре. Нота ре фа. Нота до. Нота до ми. Нота ре фа. Нота до ми. Нота си. Это ля. До ми. До фа. До соль. До ля. До си. До до. До до. До до. Вау. Я имею в виду Фаля! Фаля! Подзатыльник! Зачем ты ему дал опять подзатыльник? Я его не сильно! Я сказала, это игра такая! А вот теперь ты давай поиграй с ним, Тёма. Пусть он нажимает. Ладно, ладно! Пускай мне ноты, я это отвечу! Давай, говори ему ноты, Тёма. Нота соль! Чё ты ему дал? Хватит баловаться тут в консерватории, вы чё? Тамир, серьёзно? Ладно, сейчас я сыграла нота один. Всё, и ты играет урок более. О, нота два. Где твоя? Не так. Не так. Сейчас ты будешь играть. Не так. Играй. Сейчас я.